таким образом это посвящено Долберге защиты бледума птиц. А вот на сайте, да? Евгения Миру, да. Это я в Италии печатала. Ви відома на Заході людина в мистецтві. Опиняєтеся в маленькому містечку Виноградове в Закарпатті. От як ви тут опинилися і яка мета вашого перебування тут у нас у Виноградові на Закарпатті? Ну, в будь-якому випадку, приїзд на Україну – це завжди дуже приємно, тому що я родилась на Україні, в місті Харкові і закінчила там художнє училище. Поэтому можно сказать, меня воспитала Украина во всех отношениях, и как художника тоже, кстати, потому что для Украины свойственна очень яркая, радостная гамма. Вот. А к вам я приехала благодаря приглашению моего брата троюродного, Игоря Кабыша. Вот. И я очень рада, потому что, можно сказать, собралась наша семья по линии доли, и приехали еще тетя и дядя, и вот я смогла познакомиться с семьей Игоря, с его детками. Какие у вас враження від цього містечка, від нашого краю? Ну, во-первых, меня очень приятно поражает потрясающее отношение внутри семьи, потому что когда мы отмечали день рождения Игоря в прекрасном ресторане, где собралось много разных семей, я сразу обратила внимание, как дети внимательно относятся к родителям, родители к детям. И я для себя отметила, и потом даже стала спрашивать на эту тему, сразу видно, что у вас очень важна дружная семья. И здесь вот настолько, можно сказать, культ семьи, это потрясает, потому что вот видно, что вся семья, все любят друг друга, все между собой дружат, и это я сразу отметила. Было пару солнечных дней, нам удалось погулять по Виноградово, и, безусловно, очень красивая старинная часть. И как художник я сразу представила, как это красиво, когда лето, осень, когда это все утопает в зелени, насколько сразу город становится сказочным. Ви сказали про сім'ю, в якій ви побували в Виноградові, але ми знаємо, що ви із Харкова, у вас теж там була хороша сім'я. І в дитинстві у вас були різні захоплення. Ви були і спортсмен, там теніс грали, і захоплювалися літературою, поезією, зокрема, і живописом. І все-таки ви чомусь обрали, так сталося в житті, що ви все-таки художницею стали. От що послужило таким кардинальним поштовхом, або хто допоміг вам у цьому, що ви все-таки визначили, вибрали свій шлях у житті? Для мене, звісно, безусловно, в моїй житті найголовніший і важливий людина – це моя мама, Доля Лариса Андреевна. И мамы, к сожалению, сейчас уже в живых нет, почему для меня была важна очень поездка сюда, к вам, в Виноградово, чтобы встретиться с моей семьей по линии мамы. А мама – инженер-конструктор космических кораблей. Вот. И мама очень умная, сильная, красивая. И, конечно, на Украине благодаря маме я получила образование прекрасное. Мой дед Андрей Герасимович Доля, он в Харькове преподавал в высшей партийной школе. Поэтому можно сказать, что в нашей семье, вот Доля, самое важное – это образование. И вот для мамы это было очень важно мне передать хорошие знания. И в нашей семье мама прекрасно знала английский язык, нас отдали в английскую школу с братом, и мы говорили на английском языке дома. И, наверное, благодаря этому, может быть, первое время я оказалась в Англии, потом брат, потом я уже переехала во Францию. Безусловно, благодаря маме я стала художником, потому что, как вы правильно сказали, направлений и желаний было много. Я мастер спорта по настольному теннису и 8 лет играла за сборную Украины, как говорили родители, гоняла мячик. Вот, поэтому мама все сделала, чтобы я не стала великим спортсменом, не отдала меня в специальную... Ну, до речі, це очевидно у вас у сім'ї, так, бо Ігор теж і футболіст, і потім тренер команди. Ну, я считаю, спорт, он дает великолепную закалку на всю жизнь. Дисциплина и закалка, потому что по-настоящему спортсмен, он всегда движется к результатам, и
Это не тот результат пройтись по голове другого человека, а результат состояться личности. Вот. И мама мне поставила такое условие, что я, когда закончу художественное училище, тогда я могу 100% уже определить свой путь. Но вот, скорее всего, такой переломный момент именно произошел в художественном училище. И после этого я уже уехала поступать в академию в Петербург, чтобы получить лучшее образование в России. Вот. Но моя мама, она всегда была очень верным другом для меня, потому что все прекрасные, чудесные идеи давала всегда мама. И есть очень красивая история с полком за бабушкой. Когда я рисовала разные образы, мама говорила: «Да, нарисуй своих друзей, а когда папа выйдет, вот весь мир на это посмотрит». Вот в вкладке «За бабушкой» здесь нарисован мальчик Димочка. И мои друзья в Москве, папа француз, мама русская, родители Димочки, они мне прислали фотографии Димы, ему на ту пору было 4 года, я нарисовала девочку, вышел платок. И когда платок уже начал продаваться, родители написали письмо в том армейце, что Евгения наша подруга, и здесь нарисован наш сын. Так вот, представьте себе, Эрмес пошел на то, что вот здесь, где название платка «За бабушка», во второй линии вышел платок «За бабушка Пур Дмитрий» для Дмитрия в количестве 100 экземпляров. Это, можно сказать, великий эксклюзив. Таким образом, мальчик Дима вошел в историю великого французского дома моды. Вот, нам подарили 2 экземпляра, один я маме передала в благодарность за эту идею. Поэтому вот мама всегда була моїм вірним другом. Да. Після Петербурга, наскільки я знаю, потім був Лондон, потім Париж, де власне ви зараз і живете, так? І наскільки мені відомо, вас на Заході називають як російська художниця і дизайнер. От що ви відчуваєте? Ну, я знаю, ви практично кожного року приїжджаєте в Україну, це по кілька разів навіть. Що ви відчуваєте в останні 2 роки, коли повертаєтеся на свою батьківщину? Ну, во многих публікаціях завжди піднімають вопрос, хто я – російський художник, український или французький. Потому что в основном я работаю для французских брендов. Вот. Я стараюсь, чтобы меня не делили как кусок пирога. Для меня, когда я получила образование первое на Украине, вообще не было деления между Россией и Украиной, потому что я считаю, что наше единство – это славянские корни, и мы настолько всегда любили друг друга, что я постоянно ездила в Россию, и я могу сказать искренне, что то образование, которое я получила в Харькове, мне ни Петербург, ни Москва не дали. То есть я горжусь своим образованием и считаю, что на Украине даже девочки от упора воспитывались намного строже, чем в России. Курить я не стала в России, вот поэтому... А у Парижа? В Париже тоже нет. Вот. Ну, наверное, дисциплина, спорт помогает. Но для меня всегда очень трепетно приезд к себе на родину, потому что это любимые учителя, любимые друзья, и есть какая-то внутренняя ответственность быть перед своими старшими друзьями и нести ответ, как прошло твое время вне Украины. Это всегда очень и трепетно, и отважно, и для меня это очень важно, потому что это духовная дружба на всю жизнь, и я очень-очень люблю приезжать в Харьков. Скажите, а вот все процессы, на жаль, дуже складні, непрості, в цілому в Європі, і між Україною і Росією, санкції ж там ввели проти російської економіки. Так от, ви відчуваєте якийсь на своїй долі мистецький, як художник, щоб інакше до вас ставляться? Чи санкції до культури, так би мовити? Отношення в Європі к Росії зараз складне, і в творчості це теж дуже чувствується. Ну, Росія немножко побоюється. И, ну, я, безусловно, стараюсь максимально не быть в каких-то политических событиях, потому что разумные люди понимают, что это такое. И здесь остается искренне молиться за всю нашу славянскую землю. И мне кажется, в первую очередь, чтобы прекратилась распря
между Украиной и Россией, потому что эту расприю внесли извне, она не изнутри возникла. И мы прекрасно понимаем, кто ее сотворил. Вот. Как художнику, конечно, мне сейчас немного сложнее, потому что приходится где-то отстаивать позиции и нашего образования, и нашей культуры. И я знаю прекрасно, что настолько вот наша культура, она сильна, что она победит, и она все уравняет, и все вернется на круги своя, и мне кажется, что этот ужасный конфликт между Россией и Украиной, он забудется. Валька, все-таки дійсно повернемося більше до мистецтва, це ближча тема, очевидно, мистецтво, і воно і повинно бути десь над національними речами стоїть, воно як глобальне таке, так? Але скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме такий спосіб самовираження себе, як митець, як художник? От ми бачимо в основному платки, наскільки я знаю, що є у вас дуже гарні фарфорові речі. От чому саме таким речам мистецьким ви віддали перевагу? Я закінчила Академію прикладного мистецтва. Зараз вона Барона Штігліца називається, раніше бувша Мухінка. Имени Мухиной. Вот. И я закончила медленно декоративные ткани. Поэтому для меня текстиль, аксессуар, направление, оно, можно сказать, профессионально мое. Но когда я приехала в Париж и получила заказы первые от дома Эрмес, они были связаны с посудой, эмалевые браслеты. И, знаете, нельзя сказать, что ты никогда там раньше это не рисовал, поэтому я погрузилась в новые познания, процессы, и это было интересно, потому что композиция для текстиля, для керамики или для ювелирных украшений – это, конечно, разные вещи. Но только благодаря нашему образованию я абсолютно легко справилась с первой задачей. У меня было направление на 15 дизайнов для трех департаментов – платки, посуда и эмалевые браслеты. Скажите, а вы маете конкурентів якраз у цьому виді мистецтва? Ну, конкуренти, как говорится, прекрасних художников много, безусловно. И, наверное, это, как говорят, судьба. Господу Богу было угодно, чтобы я попала во Францию. Сейчас я это как никогда понимаю, и я стараюсь ценить и встречи с разными людьми, и возможности, которые посылает тебе жизнь. Потому что когда изначально тебе что-то дается, то ты не должен это пропустить. Вот я очень люблю наши пословицы, потому что у них столько мудрости, куй железо, пока горячо. Поэтому я очень внимательна к моим встречам и стараюсь максимально выразить духовное значение культуры. Вот вы згадали за прислів'я, а я помітив, що у ваших роботах от ви дуже глибоко досліджуєте такі первинні, фольклорні, етнічні речі, заглиблюєтеся в ці питання. Наскільки це важливо для вас? Бо це виходить у вас як на перший план. Наскільки це сприймається глядачем, чи, я знаю, покупцем на заході? Ви представте собі, дом Эрмес, він унікален навіть в тому, щоб людей в усіх странах світу познайомити з різними культурами. Они каждый год выбирают тему. Вот 2010 год был годом России и Франции культурного. Поэтому получается, что когда художник создает свою работу, он обязательно пишет маленькую литературную историю о создании своей работы. Для дома Эрмес очень важно, чтобы в платках были образы и истории. Поэтому я пишу либо сказки маленькие, либо ту духовную символику, информацию, которую я изучаю. И таким образом, вот первый платок, он был посвящен нашему русскому алфавиту. И в основе он положен рисунок образа птиц, славянских птиц. А птицы в русской культуре – это оберег и защита для дома. Вот во втором платке «За бабушка» – это образ народной, именно детской народной игрушки. Я специально из Парижа поехала в Москву, чтобы собрать материал. Я познакомилась с музеем, который так и называется «Забавушка» детской народной игрушки. И вот там изучила для себя всю коллекцию и нашла информацию, материал, что деревянный конек – это оберег, символ бессмертия рода.
Поэтому нам кажется, что в деревнях просто красота какая-то на окошках, на крышах, а это все обереги и защиты для дома. Символы такие. Да. Угу. От ще таке питання. Творчість, скажімо, якщо розглядати як таку мистецтво, з іншого боку бізнес як гроші і, можливо, ще, ну давайте поки що в цих питаннях. Як ви це поєднуєте? Мистецтво, тому що я бачив на оголошеннях, що ви виставка ваша, але виставка продажа. Ви продаєте зразу свої речі. Чи йде десь художник на якийсь компроміс між тим, що чекає, що хоче покупець, чи ви все-таки стоїте вище над цим і чисто займаєтеся великим мистецтвом, так би мовити? Все відбувається кожен раз по-разному. Дело в тому, що іменно життя дизайнера, я дизайнер, а і, можна сказати, художник, тому що створювати дизайн, ти створюєш роботу для производства. И здесь 50 на 50. 50% – это твой талант и понимание создания работы, а 50% – это доскональное знание производства. Потому что есть стилистика бренда, есть производственные условия, какое количество цветов, какая стилистика. И вот все это надо сочетать, чтобы создать успешную работу. И дизайнер, он по разным контрактам, по-разному продает работу, но зачастую сам дизайн уже выходит в мир после 2-3 лет, как ты его отдал компании. И вот деньги начинают идти через 2-3 года. И это непросто. И поэтому у меня, конечно, глубочайшее уважение ко всем художникам в мире. И моя учительница в Харьковской художественной школе, Мария Георгиевна Безнащенко, она мне всегда учила, что я шляпу сниму перед каждым человеком искусства. Потому что люди искусства – это, наверное, как божьи люди, которые непонятно как живут. Вот как-то, наверное, Господь помогает. И для меня деньги, безусловно, не являются основой моего творчества. Конечно, это непросто, но я не получаю зарплату каждый месяц. Я абсолютно свободно как художник живу. Но в последнее время очень много меня начали приглашать в разные галереи, в разные страны мира, поэтому что-то продается, что-то просто выставляется, какие-то работы я, безусловно, не хочу продавать. Но в любом случае сам мир общения, встреч с людьми – это очень интересно, и каждый раз ты не знаешь, что ты получишь как приглашение. Вот это, пожалуй, самое интересное. Я в одному з інтерв'ю якось сказали, що для творчості дуже важливо бути, ну, десь заглибити себе в себе, відокремитися, тобто бути одиноким десь, розумієте, у цьому. А от скажіть, ви одинока в житті взагалі-то? Ви повністю віддаєте своє мистецтво, чи все-таки поєднуєте це все? Знаєте, я как-то в одном молитвословии нашла прекрасное выражение, что такое гордыня человека. Гордыня – это когда мы неправильно принимаем жизненные ситуации. И вот мне кажется, каждый человек получает свой великий урок гордыни. И вот представьте, когда я была замужем в Санкт-Петербурге, а сейчас я в разводе, мой бывший муж уничтожил рисунки за 12 лет жизни. Вот. Все мои работы, которые были в Петербурге, они были уничтожены. Это несколько тысяч работ. Мне кажется, что это был мой урок гордыни, непонимание каких-то жизненных ситуаций. Нас ведь как воспитывали? Если ты хороший мальчик, хорошая девочка, у тебя все было чудесно в этой жизни. А вот уметь принять какие-то всплески, подъемы, падения – это, наверное, уже такое творчество в жизни. Поэтому я тоже прохожу это творчество в жизни. Вот. И для рисования, конечно, очень важно уединение. Я даже люблю несколько дней не появляться среди людей, потому что это момент какой-то внутренней тайны и такой, наверное, внутренней молитвы. Для меня вот сейчас рисование – это как общение с Богом, общение с духовным миром моей мамы, как благодарность маме за все то, что она мне передала. Поэтому я очень люблю это время, и я исключительно рисую под музыку, чтобы было состояние вот такого проникновения. Я работаю по 10-15 часов в день, поэтому
это прекрасно, когда ты включаешься в процесс, и как он создается, ты никогда не видел, это такая своя внутренняя тайна. А яку, до речі, музику ви слухаєте, коли малюєте? А у мене різні зроблені такі підбірки, і класичну, звісно, я дуже добре знаю класичну музику благодаря Харківському художньому училищу, тому що преподаватель моєго дипломного проєкту мене привів до цієї культури, Валерій Анатольович Пальцев. Вот. Безусловно, всі направлення стилі. Просто вони у мене такими підбірками йдуть, допустим, музыка для пиано, гитара, скрипка, джазовые. Это все зависит от того, в каком ты состоянии находишься. Иногда надо рисовать там такие малюсенькие детали на 6 миллиметров. Иногда тебе надо в целом охватить работу на 2 метра. Поэтому из таких очень живописных композиторов могу привести Стравинского, Дебюсси, Чайковского, Бетховен очень люблю. Один из самых любимых таких загадочных композиторов, которые, кстати, мало кто его по-настоящему знает, но он великий композитор Брукнер. Вот самые такие игровые, это 3-я, 7-я, 9-я симфония. Поэтому в зависимости от того, какое мне внутреннее надо состояние для работы, такую я музыку слушаю. Я еще хотел запитати, если вы подивитесь на свой опыт, на свой успех в мистецтве, в чем секрет его полягает? Ну, наверное, это не секрет, это, скорее всего, хорошее очень образование, любовь моих друзей ко мне, потому что, когда я воспитывалась в Харькове, мои старшие друзья, они меня на «вы» называли. И я воспитывалась среди людей философия, музыка, поэзия, литература. У нас, кстати, в нашей английской школе, где я училась, был литературный клуб КЛК имени Лермонтова. Мы каждую неделю собирались на литературные заседания. Нашему клубу уже 52 года. Мы играли спектакли. Каждый год я рисовала по несколько декораций для спектаклей. Поэтому это была мощная такая волна любви и страсти к любому виду искусства. Мой учитель Валерий Анатольевич Пальцев в художественном училище, он меня привел к тому, что интуиция у художника должна быть воспитанной. Поэтому нужно, чтобы была хорошая библиотека, нужно знать все направления в области кино, искусства, поэзии, литературы. И вот эта страсть познавать все, она, наверное, является возможностью, что, скорее всего, нет ничего невозможного в том, что ты хочешь создать. Ну, очевидно, є немало молодих людей, молодих дівчаток, які от дивлячись на вас, хотіли би, напевно, повторити цей прекрасний досвід, щоб ви їм побажали все-таки таким людям. Самое главное, мне кажется, это любовь к родителям, потому что это самые близкие люди, которые тебе дают верное направление в жизни. Безусловно, образование. Потому что это очень важно, быть смелым в этой жизни и полагаться на те возможности, которые на том юном этапе в жизни тебе помогают и передают взрослые. Безусловно, хорошие друзья, потому что они такая моральная поддержка, опора и любовь к своему делу, то, что ты создаешь, потому что когда ты передаешь искренне эту любовь, которая потом дальше переходит в жизнь к другим людям, она создает свои образы, свои жизни. И у меня с моими платками очень много красивых историй. Я знакомилась с людьми русской аристократии в Париже, меня приглашали на разные аукционы. Эти, многие сейчас мои работы, они только на аукционах продаются, поэтому это как история в истории. И, безусловно, самое-самое важное – это любовь. Вот, любовь ко всему, что вокруг тебя, любовь к тому, что ты делаешь. Из своего життя, может, какие наибольше вам запомнились, когда вы дивитесь, переглядаете свое минуле, дитинство, юность, наибольше яскравые моменты вашего життя, и, возможно, такие, за чем вы шкодуете, которые бы вы уже не повторювали больше? Чи были такие? Ну, безусловно, самое трепетное для меня, конечно, сейчас это время, которое было вместе с мамой. У нас под Харьковом дача, и я каждое лето проводила с мамой на даче.
И я замечала, кстати, что все, что рисовалось на даче, как на родной земле, это имело очень красивый успех. Вот, поэтому для меня мама – это, наверное, вообще целый пласт жизни. И мои очень близкие духовные друзья в Харькове мне сказали, когда мама ушла, что вот сейчас ты ее начнешь для себя раскрывать. Поэтому искренне хочется вообще всем пожелать ценить своих родителей. Вот. А о чем я сожалею? Только о том, что когда я училась в академии, я не столь была усердна в учебе. Вот. И меня носило там по всему миру. Сейчас бы я гораздо больше отдала этому времени. И буквально благодаря соцсетям, Facebook, Instagram, у меня сейчас очень многие мои находят сокурсники. И я получила буквально на прошлой неделе письма из Америки. Там одна из наших девочек живет сейчас. И она настолько трепетное письмо написала о тех студенческих годах, которые у нас были в Санкт-Петербурге. И она говорила: «Женя, ты настолько к нам пришла уже серьезно подготовленным художником из Харькова». То есть я прекрасно понимала, что очень хорошо композицию чувствую, но я ужасно стеснялась. Мне казалось, что хуже меня никто на свете не рисует. Были какие-то вот эти все юношеские комплексы, а Рената вот в этом письме настолько выразила восторг. Она говорит: «Мы всей группой всегда вот за тобой наблюдали, твои рисунки подбирали». Поэтому, конечно, хочется искренне пожелать, что надо очень полноценно относиться к каждому этапу жизни. И вот то, что тебе сейчас судьба посылает, студенческие годы, они удивительно прекрасны. У тебя есть возможность учиться и постигать, набирать как можно больше информации, культуры, потому что это очень-очень потом пригодится. На жаль, у світі багато проблем останні роки. Проблеми, люди голодують, не вистачає питної води, там війни йдуть, мігранти. Як ви думаєте, що врятує світ? Безусловно, о многих вот таких сложных моментах надо говорить и организовывать помощь. Я даже вот со своей стороны стараюсь, когда я бываю в России, я собираю деньги среди друзей и организовываю специальный мастер-класс для детских домов. И мы делаем подарки для детей, я выявляю вот талантливых ребят, и потом стараюсь их как-то курировать, направлять. Наверное, любовь к другому человеку, любовь к небесам, любовь к Богу, любовь к этому миру. Потому что человек никогда не должен выбирать путь войны. Это самая разрушительная энергия. И только созидать. И поэтому получается, все, что мы творим, творчество — это же не обязательно рисовать, играть, танцевать. Творчество, я считаю, это отношения между людьми, это вообще вот жизнь, это творчество. И поэтому задача старшего поколения — передавать это наследие новому поколению и поднимать самые актуальные и важные вопросы в этой жизни. И, безусловно, деньги не должны приоритетом быть важных жизненных вопросов. Мы начали это интервью из того, что вы в Виноградове уже майже тиждень. І наскільки мені відомо, ви побували в школі, де теж давали якийсь майстер-клас. От розкажіть про свої трошки враження від дітей. Я сожалею, що я одразу не предложила эту возможность. Я бы с удовольствием во всех бы школах выступила. У меня получилось, что два класса, первый и третий. В первом мы не только поработали, мы не только посмотрели слайды, мы еще нарисовали. И все детки нарисовали птицу. И я очень рада, что надо отдать должное. У вас очень красивые интерьеры в школе, мне очень понравилось. Но те материалы, которыми рисуют детки, конечно, хотелось бы, чтобы это были лучше краски. Но они справились великолепно. И вот то, что мне хотелось передать, в целом во всем классе это все отобразилось. И мне кажется, что по окончании урока надо обязательно смотреть всем детям все рисунки сразу, чтобы учиться друг у друга, потому что творчество — это как раз возможность учебы.
А с третьим классом нам только удалось слайды посмотреть, поговорить, но много было вопросов. Я много маленьких секретов рассказала, как сделать прекрасную новую работу. И если, даст Бог, будет возможность приезжать к вам сюда, то я, скорее всего, уже тогда подготовлюсь и сделаю. Не скажу, что у нас Дом культуры есть, да? Да. Вот, можно было бы вообще сделать такой праздник для всех детей и рассказать о культуре, о символике, о сказках, о образах, героях и пригласить детей, родителей. И я это с удовольствием сделаю. Будемо раді вас бачити, будемо чекати. І хочу вам подякувати від голосу Карпат, що ви згодилися на це цікавий, на мій погляд, інтер'єр. Дякуємо. Спасибо. Я поінтересувався, чому ви хотіли 5 цвітів, які вони потребують. И выяснилось, что вот эту информацию про молитву, про фиксацию коллекции в буддийской культуре именно непальские культуры.